Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 254. Записать короче, либо в виде степени или произведения данное выражение. Итак, еще раз, степень – это произведение одинаковых множителей. А если у нас сумма одинаковых слагаемых, то это записать надо в виде произведения. Используя это, записываем. Итак, первое – 2 умножить на 2 умножить и так далее. И таких множителей 20. Раз у нас дано произведение одинаковых множителей, записываем в виде степени. Это 2 в 20 степени. Показатель степени 20 показывает количество одинаковых множителей. А вот 2 плюс 2 плюс и так далее 2 и таких слагаемых 20, то это можно записать в виде произведения. 20 слагаемых, каждое из которых равно 2. 20 умножить на 2. Б. И опять здесь у нас даны слагаемые. А раз слагаемые, и таких слагаемых здесь дано одинаковых 10, значит, мы записываем в виде произведения. 10 слагаемых, каждое из которых равно 10. И теперь множители. 10 одинаковых множителей. А раз это множители одинаковые, то это в виде степени. Основание 10, каждый множитель равен 10. И таких множителей 10, показатель степени тоже 10. И В. Произведение одинаковых множителей. Каждый из этих множителей равен 5. И таких множителей 100. А это значит 5 в сотой степени. И наоборот, слагаемые. 100 слагаемых. Каждое слагаемое равно 5. Запишем в виде произведения. 100 слагаемых по 5. Каждое равно 5. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.